Сегодня у нас снова творческая встреча. И у нас в гостях музыкант, киноактер, продюсер, поэт Павел Артемьев. По образованию я музыкант. Учился в Лисицкой школе музыкальной. По классу трамбона. Потом учился в консерватории. Так что могу сказать, что образование только помогает. А вы нам споете сегодня? Начинай, ветер отпускает неуместные шутки тебя. Распускает прическу твою. Планы. Грассирующий «Р», тогда будет прямо французский «Р» такой вот звук, знаешь, как дети балуются, тогда будет вообще точно. Но ты большой молодец. Обучение я еще не изучил, но замечательная школа, очень рад, что сюда пришел. Хорошо, что действительно такие, я так понимаю, что тут самых разных возрастов дети учатся, прям с малых лет, это правильно. И очень тут позитивная атмосфера.